скажем, слава Иисусу Христу. Господь нам помог до того місця, того часу. Якби прийшло таке время, і ми маємо цю можливість славити Господа, збиратися ще разом, прославляти Його ім'я. Це добра можливість. Не всі сьогодні мають, не всі можуть так збиратися. Але ми сьогодні ще можемо і маємо таке время благоприятне. Одні, хто-то в госпіталях, хто-то, можливо, по різних причинах нема десь по домівках, або не може де-то взагалі появлятися зібрання. А ми сьогодні маємо і життя, маємо і здоров'я, і маємо таку хорошу можливість. Тому хай нам поможе Господь, що ми в цьому собранні не тільки послухали, але й прославили Господа, бо Він дійсно так добрий Бог, Його милість дуже велика, вона обновляється, Писання каже, кожного ранку. Ми бачимо Його милість, ми бачимо Його руку, як Господь про нас заботиться. Господь, написано, навіть про пташку заботиться, а тим більше про нас. І дає вдіться, дає пропитання, дає все нам, дає це Божа милість і Його рука. Тому хай поможе Господь. Давайте всі разом встанемо, попросимо Його благословення, щоб Господь благословив це собрання. Алілуя! Аво, Отче, стомен для мене, алілуя! О, слава Тобі! О, хвала Тобі, Ісусе! Ребеду скіто ле мене глорія! Алілуя! Кроменту скіто ле мене ле мене глайся на мій! О, ласка неба! Арбіто ле мене скіто ле мене глорія! Ірбіто глорія парамен! Алілуя! Тай на небо велика, аллилуйя, компас неба, ребята лабада ремент, ребята глория, ребята скипа ребята лабада гламен, аллилуйя, вера, 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 кербата лабада 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 глайсен, урбита лабада генту скита лабада глайсен, аллилуйя, ребята лабада лабада глайсен, аллилуйя, кербата лабада 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 гламен, Ирбито лебеда лебеда гиспара батала мале глория. Аллилуйя, свят Господь, Отче благослови. Аллилуйя, я Господи уповаю на Тебе, бо я знаю, звідки приходить наша поміч. Аллилуйя, а поміч наша від Тебе, від Господа, який сотворив небо і землю. Аллилуйя, ременту рибене глайзен, кер батала батала мале глория. Аллилуйя! Слава Тобі! Слава Тобі! Отче, Ти знаєш, Господи, кожного з нас, хто є на цьому місці, Господи, хто з яким мислями прийшов, хто з яким желанням прийшов. Аллилуйя! Ти знаєш наші, Господи, мислі, Ти все знаєш. Аллилуйя! А в Отче, Господи, подай відповіді в цьому собранні. Нехай Дух Святий проговорить через Слово, через пісні. Аллилуйя! Нехай во всьому, Господи, буде чути голос Твій, голос пастиря, голос Создателя нашого. Аллилуйя! А в Отче, я вірю, Господи, що Ти є з нами в цьому собранні. Аллилуйя! Ти вже благословляєш, Ти вже благословив. Слава Тобі! Господи, руководи цим собранні Духом Святим. Аллилуйя! Нехай во всьому прославився Ти, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Тебе хвала,
Брати і сестри, скажемо слава Богу. Ми йдемо до молитви, хотів би, щоб наші серця були насторожі, адже ми прийшли, що Господь сьогодні скаже нашому серцю. Слава Богу. Буду говорити Слово Божого, це написано книга Буття, 12 розділ, 7 вірш. «Явився Господь Аврааму і сказав, потомству твоєму отдам я землю сію». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вифиля, и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа, и поднялся Авраам, и продолжал идти к югу. Еще одно место, это третья книга «Царств». 18 розділ, 30 вірш вибірково. «Тоді Ілля сказав всьому народу, подойдіть ко мені, і подошов весь народ к нему. Он восстановил розрушений жертвенник Господній». І 37-й. «І услышал меня, услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ эту, что ты Господи Бог, и ты обратишь сердце к тебе, и не спал огонь Господний, и пожрал все сужение и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве, и увидев эту весь народ, пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог». И останнее место, это послание до евреев, 11 глава, 6 вірш. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». За Слово Божие скажем слава Богу. Брати і сестри, я просто поділюсь деякими мислями. Брат говорить, каже, на яку ти тему будеш проповідувати. Якби тему не ставив, а якби хотів якби направлення. Чи вміємо ми, як віруючі, устрояти жертвенник для нашого Господа? Брати і сестри, неважливо, ну, в якому ми віці, якби от кожного нас требується, щоб ми приносили жертву нашому Господу. Слава Ісусу! Но задається питання, чи я можу, чи я вмію приносити своєму Господу живому жертву. Алілуя! Слава Ісусу! Написано в Слові Божому, Авраам, він получив слово від Бога, і написано, Він явився, Господь, Аврааму і каже, що я дам тобі землю. І написано в Біблії, що Авраам, він почув це слово, і що він робить? Написано, і создав он там жертвенник Господу, котрий явився йому там. Ми бачимо, що Авраам, він мав сім'ю, мав дружину, ще не мав дітей, але ми знаємо, він потім мав дітей. Но, брати і сестри, він самого початку, ми бачимо, він умів приносити Богу жертву. Слава Ісусу! І куди він йшов, написано, отуда дві к горе, і написано, біля тої гори, написано, создав там жертвенник Господу і призвав ім'я Господу. Слава Ісусу! Брати і сестри, можливо, в твоєму домі є хтось невіруючий, чи то жінка, чи то чоловік, но ти є віруючий перед Господом. От нас требується, брати і сестри, даби ми приносили Господу жертву. Алілуя! Прежде всього, щоб принести жертву Богу, треба приготовитися, готовиться оцей жертвенник, брати мої сестри. Ісус Христос, Він каже, коли ти йдеш приносити дар Богу на жертвені і згадав, що брат має проти тебе, то що ти роби? Ти не принось цю жертву мені, не клади на цей жертвенник, но йди примирися із своїм братом. Брати і сестри, це дуже-дуже серйозно. Ми мали оце заповідь, приймали в неділю. Я сильно пережив Господа. Господь знає, я навіть на цьому місці в неділю, на хто
особу на вечірній молитві є свідчеством, коли я участвую в цій заповіді Господній, я пережив велику силу. Господь знає, брати і сестри, но це слово, воно якби родилося посредством, якби коли я був на цьому служінні, брати і сестри, чи я вмію приносити Господу жертву. Алілуя! А якщо я вмію, чи вона подобається нашому Господу? Брати і сестри, ми знаємо той епізод Біблії, коли два рідних брата, Авель і Каїн, вони були в одному домі, вони зростали в одному домі, і кожного було різне пізнання Бога. І написано в Біблії, що Каїн, він приносив одну жертву, а він другу. Но дивимося, як Господь приймає цю жертву. Правда, зовсім по-другому. Той старається, якби так, той старається так. Но прежде всього, Господь бачить серце, наміри наші. Алілуя, слава нашому Богу. І коли ми прийшли на це місце, Господь знав, з яким ми серцем прийшли на це місце. Якщо наше серце не є розположене до Господа, то задається питання, чи прийме Господь нашу жертву цю вечірню. Брати мої сестри, сьогодні будемо провіряти наше серце, чи воно є в належному стані перед нашим Богом. Прежде всього, що є прийняти від Господа, оце небесне благословення, треба провірити, чи є в нашому серці, є мир і святость. Брати мої сестри, в Слові Божому написано так, «Імейте мир і святость со всеми, без которой ніхто не увидить Господа». Брати мої сестри, от нас требується не що, брати і сестри, слово Боже, коли ти приходиш до Бога, написано, а без віри угодіть Богу невозможно, ібо надобно, щоб всякий приходящий к Богу, тобто той, хто приходить до Бога, він должен вірувати. Алілуя, брати мої сестри, коли ми прийшли на це місце, ми маємо увірувати, що Христос прийме нашу жертву. Алілуя, коли ми увіруємо, що Господь прийме нашу жертву, то, брати мої сестри, ми получимо просімо є, алілуя, слава нашому Богу. Ми читаємо в Слові Божому, коли муж Божий Йов, ми знаємо, коли він почув таку нову, що його діти не належно, якби себе поводять, то написано в Біблії, він самого ранку, він пішов приносити жертву своєму Господу. Брати і сестри, він понімав, що Господу треба приносити жертву не тільки за себе, а приносити за тих, хто є в його домі. Брати мої сестри, от нас требується, даби ми вміли приносити Богу жертву. Алілуя, слава нашому Богу. Якщо ти в домі є священником, і в твоєму домі є діти, брати і сестри, от нас требується, що ми навчили що? Молитися, правда? Що ми навчилися не тоді молитися, коли якесь горе, якесь спіткало, ні, а коли добро, коли діток згорнули до кучі, і починаємо молитися, брати мої сестри, і так далі, коли в нашому житті Господь проявляється великою силою. Брати і сестри, ми маємо приносити жертву Господу. Алілуя, слава нашому Богу. Я прочитав Слово Боже, коли Ілля написано. Ілля, він був чоловік подобним нам, правда? І він молитвою написано, принос Господу жертву, но прежде всього написано, он восстановив розрушений жертвенник Господній. Брати і сестра, якщо, можливо, твій жертвенник уже давно розрушений. Що це значить? Коли, можливо, вже не проїсходять молитви. Можливо, ти молишся десь сам, тихенько, в тайній кімнаті, а твоя сім'я не молиться, твої дітки разом з тобою не моляться. Сьогодні треба, як в Слові Божому написано, восстановіть розрушений жертвенник Господній. Возможно, не твоїми руками, можливо, враг так посіяв твою сім'ю, твоє, можливо, родство і так далі. І вже не возносяться ці руки, не возносяться ці молитви, то ми сьогодні, брати і сестри, на цьому місці попросити, Боже, поможи нам, даби ми оці жертвені почали восстановлювати. Алілуя! А коли ми будемо восстановлювати ці жертвені, брати і сестри, якби step by step, я вірю, брати і сестри, Господь вийде навстречу нам. Алілуя! Слава нашому Богу! Написано, Ілля, він написано, взяв це все, він приготовив, написано, взяв це каміння, построю цей жертвенник, написано, зробив вокруг жертвенника ров і так далі, положив жертву, каже, повторіть, якби возливайте цю воду, і так три рази, і написано в Біблії,
Ілля помолився і каже: «Услиш мене, Господи, услиш». Тобто він почав говорити, він почав молитися, да познає, тобто народ должен познати, що є Господь, я це все зробив, я встановив жертвені, а от народа треба, щоб він познав, да познає народ этот, що ти Господи Бог, і ти обратиш серце їх к тебе. Слава Ісусу! Брати мої, сестри, цель, дабы жертвенник твій в домі твоєму був, дабы народ, який не знає Господа, що зробив? Возвратився к Господу. Алілуя! І ти, можливо, на тому місці є, в тому домі, дабы через тебе произвол Господь якусь роботу. Слава Ісусу! Дабы твоїм усіллям, якби твоїм старанням, постами і молитвами ти що зробив? Алілуя! Слава нашому Богу! Я мав таку беседу на своїй роботі, і мені ділиться колега своїм, якби переживає, каже: ти знаєш, моя дочка там 6 років, 7, така маленька, каже, сильні болі в голові, і не знають, що з нею, лікарі призначають якесь лікарство, але їй нічого не допомагає, а я ж знаю, яке лікарство саме лучше, це після молитва, і так йому советую: слухай, кажу, а попробуй взяти 2 дня поста за свою дочку, а він говорить: ти знаєш, хай пост бере бабушка, дедушка, а я на роботі, я не можу брати якби таке старання. Я собі, знаєте, остановився на мгновення. Думаю, таке випробування в його сім'ї. Я би на його місці, якби возревнував у Господі, якби, можливо, даже один день вихідного взяв, якби взискав, бо є переживання в домі, а він якби скидає це, якби цю тяжесть на своїх рідних, близьких. Брати мої, сесії, можливо, в твоєму домі розрушені жертвені, Господь так скорочує твою дорогу, звузив твою дорогу, то Господь говорить твоєму і моєму серці: взиші Господа, алілуя, почни старатися встановлювати жертвені. Для чого? Даби народ, який живе в твоєму домі, він пізнав, що є живий і всемогутній Господь, алілуя, Ісусу нашому. І так і сталося, коли Ілля, він це все зробив, помолився, Господь почув цю молитву, алілуя. Ілля був чоловік подобний нам, алілуя, слава нашому Богу. І Господь почув молитву його, і випав, якби, і спав вогонь з неба, і пожрав то, що було на жертвеннику. Брати мої, сестри, я вірю, прийде відповідь для твоєї і моєї душі, но от нас требується, чи я вмію, якби, приносити Богу жертву, чи я вмію встановлювати жертвені. А якщо я не вмію, то слово Господнє нас учить, каже, що потрібно, щоб хто приходить до Господа, він повинен перше, якби такі ази, він повинен вірувати, що Господь, він дасть сили встановити. Алілуя! Ніколи ми не зможемо получити, просімо, і доколі не обретемо цю віру в нашого Спасителя Ісуса Христа. Алілуя! Ми знаємо цю жертву, ми знаємо цю жертву Ісуса Христа, яка висіла на цьому хресті. Це Агнець Божий, алілуя, який закланий за нас, алілуя. Він принес цю ціну заплачену, слава нашому Богу. От нас требується, дивлячися на начальника совершителя віри: Господі, поможи нам приносити жертву тобі, Господі, даби наше життя на цій землі не засмучувало тебе, но навпаки радувало, що ти, дивлячись на нас, побачив, що дійсно народ твій ходить в страхі і трепеті. Брати мої, сестри, ми на цьому місці принести Богу жертву, но прежде всього заглянь внутрішньо свого серця, якщо у твоєму і моєму серці є непорядок, не принос жертву, спочатку поправ свій світильник, поправ своє кожіння і скажи: Боже, прости мене, прости, там і там я зробив неправильно, Господі, я каюсь, я визнаю, Господи, дай мені сили, даби я, приносячи цю жертву хвали, поклоніння, даби вона була прийнята тобою, Господі, но прежде всього серце чисте сотвори во мені, Господі, і дух правий обнови внутрі мене. Алілуя, брати мої, сестри, про це молилися мужі Господні. Вони знали, як приносити правильну жертву перед лицем Господнім. А сьогодні, чи ти знаєш, як правильно приносити жертву перед живим всемогутнім Господом? Якщо знаєш, принесе
перенеси її правильно, і Господь вийде тобі і мені навстречу, брати і сестри. Я хотів би молитися, я хотів би дякувати нашому Богу за цю безмірну подячну жертву, яку Господь нам дав через Сина Свого Ісуса Христа. Слава нашому Богу! Давайте, брати і сестри, склонимо свої коліна і подякуємо Йому. Слава нашому Богу! Амінь! Молимося! Арбану бисот, 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 арбану бисот
Скил фарамана эйса, арбиде кермана леверемена эйса, аллилуйя, аллилуйя, святые во отче лебере эйса, о сон тури биди фрамене калмуне генту, арбиде сон тури биди кламана лемене эйса, а во отче, слава Богу, аллилуйя, арбиде кермана ли сон тури биди фрамене лайса, а во отче лебеде эйса, арбиде керману либиде фрамене эйса, аллилуйя, арбада гейсус кирмана лайса, о сон тури биде фрамене эйса, а во отче лебеде эйса, арман тури биде эйса, скин торен тури алтаре фарамания, алтури эйса скин тора бере эйса ламента, арбидо сон пропорале сантри крамания, алпери пиро толе сон тури биде кламин ал сантра, а во отче лебеде эйсу тури биде кламени ал сандра, арбадоли сон профрамина ал тури фири биде кермана лайса, арбидо сон тури биде кламини ал сон промалия, арбидо сон пропара кервала лейса тури биде бара лайса, ал бери 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 клон тури биде кервала лейса лаления, арбидо сон пара ал тури арсу фара инта крайния, арбидо сон пропара кермуду биде ал лейса лия. Oh,
вири пара пора келлисон три калавальная. Оре валеса лея ту крибиаса ту храминия. Али арсубири кермана лейса. Оле сивира пара пара кенту рибира лейса. Оле веаса ли кармина сирибала. Оле бираш сирибали колнера и салиния. Али эсере калабиаса рамения. Оле рабиаса ви артикла мэля. Али вире валеса умина опороконти. Оле ясима оргелезу. А воча вальту эрсиляния. Али орбесу кенту виранта. А воча лемина кермана лейса. Аллилуйя. Аллилуйя, варенту верцишем троминент, аллилуйя, 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 рефарамения. Братья и сестры, кто сегодня нуждается в молитве, ремалесон, то рефарамана лайса. Господь є на цьому місці Духом Святим. Якщо, можливо, твоє серце, воно затверділо, а Господь торгається серце твоє, мере, торе, фламане, лай, то ти можеш вийти за тебе помолитися. Є служителя, вони руки бололи, а Господь рукою своєю торкнеться. Аллилуйя. Він є на цьому місці, лаваратор, кламенія. Він є зціляючий Бог, аллилуйя. Він є прощаючий Бог, аллилуйя. А ти прийди до нього, який є, аллилуйя, ребересон, дромана, лайся. А він поможе тобі, аллилуйя. Отче, слава Богу, аллилуйя. Арвале леварамене, турибирик ламине, лабарарабалале. О, лабарарабал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 al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 
Боже, я дякую тобі, що ти посвятив, алілуя, алілуя, ти є на всьому місці, алілуя, ребеде, кламіні, Алесандра, Господи, я дякую тобі, Ісус, алілуя, що ти почув молитву нашу, алілуя, Господи, вся подяка тобі легалється, алілуя, алілуя, Господи, я прошу і молю, поможи, Ісусе, народу твоєму правильно приносити цю жертву, алілуя, даби он сошов, алілуя, Або Отче, але мене гейса, я прошу тебе, Господи, дай сили, Боже, кого, можливо, руки опустилися, Боже, і немає сили восстановити, Боже, а ти своєю невидимою рукою, Господи, поможи, во ім'я Ісуса, алілуя, Господи, я дякую тобі, алілуя, хвала тобі, Боже, і надальше веди це служіння Духом Святим, благослови братські уста, які будуть проповідувати во ім'я Ісуса, а за все прими хвалу, бо дякую, вічний Господь, Отець, Син і Дух Святой. Амінь. Thank you.
Слава нашему Господу! Дорогие братья и сестры, мы пропели прекрасный псалом. «Лишь там найду покой я, лишь там не будет слез». Я думаю, мы все согласимся, что у груди Иисуса Христа хорошо нам быть, правда? И мы сегодня уже ощутили в этой первой проповеди, брат прекрасное слово говорил. И знаете, и когда начали молиться, я думаю, что многие из нас прочувствовали, как Бог посетил. Аминь. И я хотел бы продолжать сегодня эту тему, знаете, чтобы Бог еще дальше говорил к нашим сердцам, чтобы Бог, Он касался нас, чтобы Бог, Он делал работу свою, ибо это все для одной цели. Мы поем прекрасный псалом. Есть край, отчизна есть другая, где всем скорбям придет конец. Страна небесная святая, где каждому возложится венец. Я думаю, мы все согласимся, что мы все хотим туда. Аминь. Мы все хотим тот прекрасный край, в ту другую отчизну, которую Бог приготовил сегодня для тебя и меня, дабы ты сегодня избрал жизнь. Ибо Бог, Он тебе сегодня предлагает выбор. И что ты сегодня выберешь? И какую дорогу ты сегодня пойдешь? И знаете, я хотел бы в первую очередь поблагодарить церковь. Ибо в прошлый вторник я, знаете, раньше ушел. И я знаю, что церковь молилась. Церковь поддерживала нашу семью на руках молитвы. Мы поехали в роддом. Мы видели чудную, дивную руку Божью. Не так все легко, как мы планировали, как мы хотели, прошло. Но я знаю, что Бог что-то особенное в первую очередь показывал в моем сердце. Знаете, мы приехали около 2 часов ночи в роддом. И жена родила в 10:48 вечера на следующий день. Не так легко проходило. Мы видели и слезы. Мы видели, знаете, и разочарование, и уныние. Но жив Господь. И знаете, врач уже, я уже так буду, к концу приду, врач приходит. И уже целый день он приходил, говорил, прогресса никакого нету. Ну, роды не продвигаются, ничего не продвигается. И уже мониторы целый день под мониторами. И врач приходит около 9 часов вечера. Говорит, у вас есть 2 выбора. Я даю вам 2 часа. Если она еще не будет никакого прогресса, если она не родит своими силами, если она не родит, то в 11 часов я приду, и мы повезем на операционный стол. И я так, знаете, мне так слеза потекла. Я говорю, Господи, ну неужели напрасно мы так промучились целый день? Говорю, Господи, ну неужели ты хочешь это допустить? Да, я знаю, что многие этим путем рожают. Я знаю. Но я не говорю, что, знаете, мы чем-то лучше других. Нет. Но, знаете, доктор ушел. И мы так с женой переговорили. Жена говорит, ну, наверное, будем, знаешь, если ничего не продвинется, пойдем на операционный стол. Ей дали снотворное, чтобы она поспала. Она заснула. Я молюсь. Я знаю, тебе такое дерзновение пришло возложить руки на них. Я подхожу, возлагаю левую руку на бэби, правую руку на жену и говорю, Господи, врачи поставили свои сроки, врачи дали 2 часа, но это врачи. Но мы ехали в госпиталь, я просил, Господи, ты руководи руками врачей, и ты главный доктор. Врачи поставили свои рамки, они дали 2 часа, но я знаю, Господь, что для тебя нет ничего невозможного. Приходит доктор, без 15 уже, в 10:45 приходит доктор, говорит, ну что, я смотрю по мониторам, ничего не продвигается. Наверное, мы будем настраиваться, ехать в операционную палату. И у меня, знаете, приходит такое желание, говорю, доктор, проверьте еще раз. Может что-то продвинуться. Она говорит, ну вот, по мониторам ничего не изменилось. Я говорю, ну проверьте еще раз. Она проверяет еще раз и говорит, я вот уже головку чувствую, продвинулась. И знаете, 3 минуты бэйби родилась. За что слава нашему Господу. Знаете, врачи ставят свои сроки 12 минут и уже буквально бы резали. Но я знаю, что Бог стоит над врачами. И Бог, в Божьих руках жизнь наша. Сегодня я проповедовал, что над всем, что мы делаем, Бог над нами есть. И Бог все обозревает. Он обозревает твою и мою веру. И знаете, я уже ехал на утро домой. Я не помню той дороги. Уже было поздно, я был сонный. Я не помню дороги. Но мое сердце ликовало и радовалось, и благодарило Господа. Знаете, да, испытывалась моя вера. Испытывалось мое основание. Господи, ну для чего, кажется, так прийти? Я уже и допускал, Господи, но если ты допускаешь, то дай мне в сердце это принять.
знаете, жив Господь. И я хотел бы сегодня эту тему продолжать, которую Вадим начал. Прекрасное слово, как восстановить этот жертвенник. И что тебе и мне сегодня нужно для того, чтобы ты и я сегодня, если твой жертвенник, он не горит, он, знаете, дым идет. Я помню, однажды в моей жизни был такой момент, когда я пришел на одну молитву еще там, в Белоруссии. И пророк подходит ко мне и говорит, вот вижу жертвенник, он не горит, а он дым идет всего лишь. И хочу, чтобы ты взыскал меня, хочу, чтобы ты приблизился и узнал, как восстановить разрушенный жертвенник. У меня куча вопросов, знаете, Господи, да, я не все поступаю так, как надо, я где-то там падал, где-то там оступался. Господи, ну как мне восстановить этот разрушенный жертвенник? Я пришел домой, начал молиться, значит, день молился, ответа нету, два молился, ответа нету. И в сердце вопрос, Господи, как восстановить, чтобы жертвенник мой не дымел, но пылал? Да на моем жертвеннике был огонь Божий. Дабы я в своих молитвах получал ответ от Тебя, Господи, как восстановить тот жертвенник? Я не помню, сколько уже дней прошло, но я помню, однажды я стал на колени, и Бог пришел, Он ответил. Я начал не задавать Богу вопросы, как восстановить жертвенник, но я начал в первую очередь искать и познавать Господа. Я в той молитве понял, что я служил с детства верующий человек, с детства служу Господу. Я много Писания читал, много проповедей слышал. Но я так и понял, я понял в той молитве, что я так и не познал Господа. Я понял, что я так и не приблизился к Нему, как должно приблизиться. Я так и не познал пути Божьи. Да, я просил Боже, устрой жизнь мою, дай мне то, дай мне это. Я просил Божьего устройства. Я просил, дабы Бог вел меня по жизни моей. Дабы я что-то делал, Бог благословлял дела рук моих. Я просил, знаете, Божьего устройства. И я однажды уже приводил, может, этот пример. Я вспоминаю, как друг рассказывал. Он говорит, были они в одном служении и позвали на призыв наперед. Вышло два молодых человека. Я, наверное, рассказывал уже. Вышли на покаяние, идет молитва. И он так задает Богу вопрос в разуме. Господи, а что им от Тебя нужно? Что нужно им от Тебя? И Бог показывает. Один стоит, и он просит моего устройства, моего благословения, моего водительства, чтобы я его в трудах благословил, работу дал, семью хорошую дал. Он просит моего. А другой, Господи, что? А другой ищет меня. И вот Бог показал разницу. И один ищет Господа. Ему то, что Божье устройство, это на втором плане. Как и, знаете, однажды мне, я не задавал Богу вопросы, Господи, как будет то моя жизнь, как будет все. Но я в первую очередь начал искать Господа. Я начал познавать Бога, не Божьего. Мы, да, это хорошо иметь Божье устройство в жизни нашей. Но как нам важно познать того, от кого исходит все, от кого твоя жизнь в руках Его, от кого твое благословение жизни и смерти предлагает Он сегодня тебе. Но как важно мне и тебе сегодня, дабы ты познал Господа. И место Писания, которое я хотел зачитать, Второзаконие, 30 глава, с 15 стиха. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пребудете долго на земле, для владения которой ты переходил Иордан. Во свидетели тебе, пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». Однажды пред израильским народом был выбор.
И Бог, Он много говорил израильскому народу. И там в 14 стихе говорится, но весьма близко слово это к тебе, к устам твоих, и оно в устах твоих и в сердце твоем. И дальше Бог начинает предлагать израильскому народу выбор, жизнь и смерть. И израильский народ, перед тобою выбор, что сегодня ты выберешь. И дальше Бог начинает описывать, говорит, если ты выберешь жизнь, что дальше последует? Последует дальше благословение. И будешь ты жить, и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле. Благословит Бог твой, но перед нами сегодня, как однажды перед израильским народом был выбор, что сегодня твоя душа и моя душа выберет, что ты сегодня хочешь для себя. Мы пропели прекрасный псалом. Есть край, я прочитал. Есть край, отчизна, есть другая. Но Бог сегодня, чтобы ты вошел в тот край, чтобы ты сегодня там, чтобы ты там однажды, когда придешь, лег у груди Иисуса Христа, чтобы ты воспел ту новую песнь, Бог сегодня тебе и мне предлагает избери жизнь. Избери жизнь, дабы ты жил сегодня благоденствовал, дабы ты жил и размножался, видел доброе в очах своих. Ибо Екклесиаст говорит, что если человек ест и пьет, и видит доброе перед глазами своими, то дар Божий. Ты будешь благоденствовать в земле, ты будешь видеть благословение в руках твоих, ты будешь видеть ответ от Господа, когда ты познаешь Господа, когда ты изберешь и сделаешь тот правильный выбор. Но дальше, и Бог говорит, если же отвратится сердце твое, и ты будешь служить другим богам, если же ты отвратишься от Бога, пойдешь за тем земным, пойдешь за тем, что не напитывает. Оно кратковременно, оно дает какое-то услаждение плоти, но Бог сегодня что-то особое предлагает, не просто чтобы ты наполнил, как этих сегодня братьев приводился пример. Один познал Господа больше, другой немножко меньше познал Господа, один сделал выбор, положил сердце свое. Я хочу это первородство. Я хочу это благословение получить, а другой сделал другой выбор. Другой за это первородство, другой за это, знаете, похлебку, то, что напитает тебя на короткое время. Он продал то драгоценное, то вечное, что могло бы ввести его в жизнь вечную, если бы он устоял, если бы он укреплялся в этом благословении, в этой жизни, которую Бог предлагает сегодня нам. И дальше Бог говорит: «Любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». Я помню, я, наверное, рассказывал пример. Я помню, мы были в одной церкви, мы приехали туда, и я помню, Бог наполняет, дает мне это место Писания. Я так, знаете, прочитал, думаю, для чего, Господи? И так начал, знаете, смотреть по залу, вижу, стоит один человек. Я не знал его первый раз в той церкви. И Бог говорит, иди, скажи, избери жизнь, дабы ты жил и потомство твое, дабы ты не просто так переходил через этот Иордан, но дабы ты вошел в эту обетованную землю, там, где течет молоко и мед, не просто увидел. Многие, знаете, вышли из Египта, они увидели, но не вошли. Они так и не вкусили то молоко, тот мед, так и не вкусили той благородной земли, которую Бог давал, которую Бог так долго вел их. Они увидели. Многие прошли, но так и не вошли туда. Многих Бог погубил в пустыне. И Бог сегодня предлагает нам выбор. И знаете, мы после служения стояли, ты молодой человек, и я ему зачитал, я говорю, я не знаю твою жизнь, я не знаю тебя. Но сегодня Бог положил мне на сердце сказать тебе это слово. Я ему зачитал, мы разошлись, помолились, разошлись. Знаете, мы приходим, это была суббота. Мы уже в воскресенье должны были отъезжать в другое место. Побыли в служении. Перед служением прибегает брат-пастырь, там, где мы ночевали. Говорит, пришел, он каялся. Каяться, говорит, хочу покаяться. Привели его, знаете, пастырь начали спрашивать у пастыря, а что за история у этого человека? Он, знаете, он однажды, Бог спас его, он однажды был великим грешником. Он однажды валялся там в канавах, был пьяным. Он однажды чуть не умер, знаете, его этот репцентр спас, его помыли, одели. Накормили, рассказали ему про Бога, дали ему где спать, где есть. Он окреп,
он покаялся, пришел в церковь, был членом церкви. Ему дали служение, служить, дабы он был ответственным за этот реабилитационный центр. Но, знаете, там маленькая деревня, они живут. И там у них открылась секция карате. Знаете, он этим увлекся. Он повел своих детей. Жена не раз заявляла в церкви: «Братья и сестры, помолитесь, мой муж заблудился. Мой муж отошел от Господа, мой муж пошел туда, в эту темноту». Она не раз заявляла. А муж говорил: «Знаете, ну что здесь такого? Это мое увлечение детства. Я не вижу ничего в этом плохого». Но, знаете, не напрасно Бог дает слово, не напрасно Слово Божье сегодня звучит. Не напрасно Слово Божье сегодня касается нашего сердца, дабы ты что-то избрал. И ему пришел момент в его жизни, когда Бог поставил пред ним выбор. Пойдешь налево, изберешь жизнь, будешь жить ты и потомство твое. Будешь благоденствовать, видишь благословение в руках твоих. Будешь видеть благословение в жизни своей, в служении своем. Но если пойдешь направо, то Слово Божье, это не я говорю, но говорит Слово, погибнешь ты. Погибнешь ты знаете, Бог говорит: напрасно ли я переводил тебя через Иордан? Но перед тобою стоит выбор. Бог все сегодня сделал для нас, дабы ты благоденствовал, дабы ты сегодня питался от стола, не от стола Иезавели. Там, где сегодня прекрасная пища, все хорошо, но Бог сегодня тебе предлагает пищу другую. И знаете, в Иеремии 2 главе, там тоже пред ними, знаете, Бог открыл их действование, ихнюю жизнь, их беззаконие Бог открыл. И там уже в одном стихе, не помню стих, Бог говорит: «Два зла сделал мой народ. Источника воды живой, но мой источник они закопали, они, знаете, оставили. И, знаете, выкопали себе другие водоемы». И Бог дальше говорит, что эти водоемы, они не могут больше держать воды. Люди сделали выбор. Люди сделали выбор, было определенные действия. Пастыря не говорили, где Господь. Вроде бы служили Господу, но так и не познали Господа. Можно, знаете, братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы сегодня запомнили, что можно служить Господу, можно ходить всю жизнь, быть верующим человеком, но так и не познать Господа. Так и не ощутить силу Его, так и не быть детем Божьим. Можно сегодня переживать славу Божью, можно видеть благословение Божье. Да, Слово Божье говорится: Бог изливает дождь и на злых, и на праведных. Может, сегодня Бог на твою душу изливает тот дождь из-за того одного праведника. Может, Бог сегодня твою душу хранит из-за того одного праведника, который за тебя сегодня стоит в проломе. Задумайся сегодня, дорогая душа. Бог сегодня тебе и мне предлагает выбор. Избери сегодня жизнь, дабы ты сегодня познал Господа. Как благ сегодня Господь. И однажды Бог говорит самарянке: если бы ты знала дар Божий, кто сегодня говорит к тебе? О, дорогая душа, знаешь ли ты сегодня, кто говорит с тобою? Знаешь ли ты, кто, в чьих руках жизнь твоя? Знаешь ли ты того, кто неоднократно спасал жизнь твою? Знаешь ты ли ты своего Искупителя, Иисуса Христа, который умирал за тебя и меня на кресте Голгофском? Знаешь ли ты Его лично? Можно сегодня знать о Нем много. Можно сегодня проповедовать. Можно сегодня другим говорить. Но так и не познать Господа. Я знаю одну сестру, ее зовут Татьяна Ясковец. Она сегодня, знаете, я знаю ее лично. Она с Белоруссии. Кому интересно, она на Ютубе есть свидетельство, как она рассказывает, как Бог ее в жизни делал. И она говорит, однажды в жизни ее пришел такой момент, она, знаете, были определенные действия. Она заболела, ее положили в больницу из-за неправильных действий врачей. У нее, знаете, она впала в кому, долго лежала в коме, она потеряла память. Она потеряла память, но до этого Бог призывал ее, Бог много делал работы с ней. Бог очень много смирял сердце ее, Бог очень сильно менял ее. И она была, это амнезия, она потеряла память. И когда уже врачи сделали там свои медицинские действия, она через некоторое время пришла в себя. Она не помнила, как зовут ее маму. Она не помнила, как зовут папу или ее мужа. Она ничего не помнила.
Она не знала, где она, как ее зовут, сколько ей лет. Но врачи удивлялись, как только она пришла в себя, у нее на устах слова из Писания. Врачи спрашивают, как тебя зовут, а она цитирует слова, места Писания. Врачи говорят, как тебе, сколько тебе лет, а она говорит, благ Господь, и начинает им проповедовать. Она не знала, как ее зовут, и врачи удивляются, что это за вера такая. Что это за упование такое, ты не знаешь, как тебя зовут. Что это за Бог такой, которого ты познала. Что ты не знаешь, как тебя зовут, но ты знаешь Евангелие. Ты знаешь места Писания. Братья и сестры, сегодня Бог, Он хочет показать тебе твое и мое христианство пред Ним. Познал ли ты сегодня Господа, или ты так просто ходишь на служение? Или ты так хочешь, Господи? В притчах написано, о ненасытимости есть две дочери. Давай, давай. Или нам сегодня всего лишь нужно от Господа, Господи, дай мне. Господи, я хочу этого. Мы как маленькие дети часто, Боже, я хочу это. Я хочу то, вот я себе это надумал. Благослови меня этим. Но забываем спросить, Господи, а на что есть воля Твоя в жизни моей? И сегодня один человек ищет, Господи, для чего? И знаете, задается вопрос, для чего Тебе сегодня Бог нужен? Что Бог сегодня, что Ты хочешь, чтобы Бог в жизни Твоей сделал? И знаете, для одних Бог – это жизнь. Наша жизнь, мы поем псалом, это Бог. Наша радость в Иисусе. Только в Нем, только в Нем, только в Нем. Наша жизнь – это Бог. Но сегодня тебе предлагается выбор, что ты сегодня изберешь. И я знаю других христиан. Я знаю других людей, которые, знаете, я не буду никого, знаете, укорять или осуждать. Но сегодня я хотел бы показать разницу между нашим христианством, которое Бог сегодня предлагает тебе, которое должно сегодня быть христианство. Когда ты, может, знаете, пришла эта амнезия, и ты потерял память, и ты ничего не помнишь. Но ты знаешь Господа, ты сегодня проповедуешь и свидетельствуешь о великих делах и чудных делах Божьих. Эти врачи удивляются, что это за Бог такой. А это Бог живой. А знаете, сегодня есть другие христиане, которые сегодня ходят в церковь, которые исполняют обряды. Но сегодня задаем вопрос, знаешь ли ты сегодня 10 заповедей? А он ни одного не знает. Знает, не убей, не кради, не прелюбодействуй. А там 10. И я хотел бы задать сегодня вопрос, знаешь ли ты сегодня эти заповеди, что тебе сегодня Бог заповедует? Любить Господа. Любить Господа всем сердцем своим. Знаете, 10 заповедей, знаешь ли ты сегодня их? И у нас сегодня это уровень нашего христианства, братья и сестры. Давайте мы, я не хочу сегодня лицемерить ни перед кем, но я задавался вопрос, Господи, а знаю ли я в своем служении Тебя? Или я сегодня суетился? Я сегодня проповедую? Я сегодня другим говорю, Господи, ну знаю ли я, когда мой жертвенник угас? А Бог сегодня показывает, горит ли твой сегодня жертвенник, или на нем сегодня дымок идет? И Бог сегодня показывает тебе и мне. И чтобы ты сегодня задался вопросом, знаешь ли ты, как восстановить этот разрушенный жертвенник? Знаешь ли ты, как найти ответ от Господа? Знаешь ли ты, где обитает Господь сегодня? Где нужно искать Его? И что нужно сегодня для твоей и моей души? Мы будем идти к молитве, но я хотел бы, чтобы ты сегодня задал все вопросом, какое сегодня твое и мое христианство пред нашим Господом? Знаю ли я повеления Божьи? Знаю ли я Божью волю в жизни своей? И она говорит, Бог однажды поставил пред нею выбор. Может, знаете, она не видит до сих пор, но Бог пред ней однажды представил пред этой Татьяной выбор. Если хочешь, я сегодня в один миг могу сделать тебе, чтобы ты видела. И она сразу же говорит, нет, Господи. Если через это зрение, через это видение, то, что я ослепла, ты хочешь прославиться в моей жизни, то я до конца смерти останусь слепой, но я хочу, чтобы ты через это зрение прославился в моей жизни. Да пусть через мое зрение я показала сегодня не себя, но показала тебя, Господь. Показала сегодня славу твою.
показал, да, я сегодня чего-то лишена. Я не видела своих детей от рождения. Я не видела, знаете, своих детей, какие они. Я не видела себя в зеркало много лет. Но я хочу, Господи, что если Ты через это зрение хочешь прославиться в моей жизни, то я буду слепой. Братья и сестры, каково сегодня наше христианство? И Бог сегодня тебе предлагает, избери жизнь или смерть. Жизнь и добро Бог тебе сегодня предложил, дабы ты жил, благоденствовал и видел доброе в очах своих. Мы будем молиться, да поможет нам Господь. И поможет Господь нам, и даст сегодня тебе и мне те духовные глаза, дабы ты сегодня увидел свое состояние, не другого, но себя. И сегодня, чтобы ты сегодня себя осудил. Господи, я так и не познал Тебя в своей жизни. Я так и не увидел путей Твоих. Я так и не понял волю Твоей в жизни моей. Я служу Тебе, но как бы так, знаете, для себя. Сегодня все христиане, но сегодня есть ли в Твое сердце, есть ли в Твоей жизни Христос? Ему за все слава. Аминь. Аллилуйя. Постучи в сердца, Рабаталайдес. Ты видишь,
Господь, те сердца, которые окаменели, которые, Господь, все хорошо. Господи, Роман Тулай де Саваше, жив, Господь, живо имя Твое святое. Аваче, Роман Тулай де Саваше, и Ты бодрствуешь над Словом Своим. Ты бодрствуешь над Словом Своим, Аваче, Роман Тулай де Аваче, Роман Тулай де Саваше, Аваче, Роман Тулай де Аребите рабадалай де самин, рабадаремен ты храмин талай де, рабиту скибата рабадалай де саваче, рабиту штамен ты храман ты глайде, аваче рабадалай де самин, авандаремен ты рибиту глария, аллилуйя, сала рабадалай де самин. Карабаталайдес, рамен ты крамин дребителайдес, благословен Господь, благословен рамен ты ребителайдес, крамен ты ребителабатуштамен, крамен ты ребителория, лас карабаталайдес, амен, лас карамен ты ребителайдес. Ребителей де Саваше, Роман де Глория. Ребителей Баталай де Саваше, Роман де Ребите Глобе. Кребителей Баталай де Саваше. Кребителей Роман де Ребите Глобе. Ребителей Баталай де Глория, Аллилуйя. Роман де Ребите Кребителей де Саваше. Кир Баталай Трибитер штамен, трибитер скибаталайда, трибитер абаталайда, амин. Романту кребиталайда, аллилуйя. Кремиту скирда, рабиталайда, амин. Романту рибитер кребиталайда, саваоще. Аргитер абатер штамен, аваоще, сана рабаталайда. Ргиту крабату рабату лайда савоще. Жив Господь, аллилуйя. Жив Господь, аллилуйя. Мы благодарим. Мы благодарим Господь, аллилуйя. За милость савоще, за ласку. За любовь Твою, Господь, сегодня к нам. Что Ты, Господь, не наказываешь, Господь. Но Ты еще нежным голосом стучишь. Рабату лайда савоще. Ты говоришь, Господь, всем людям, Господь, аллилуйя, покайтесь, Рабаталайдес. Ты, Господь, даешь время, Господь, дабы мы обратились к Тебе. Дабы мы оставили, отошли от злых путей своих, Господь. Ибо Ты сегодня предлагаешь истинный путь, а вообще. Жизнь и добро предложил Ты, Господь, нам. Жизнь и добро Ты нам, Господь, сегодня предложил. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя Тебе, Господь, Аба Отче. И помоги, Господь, нам, дабы нам избрать, Господь, истинный путь. Дабы нам избрать, Господь, жизнь. Дабы мы, Господь, сегодня благословляли. Дабы мы, Господь, видели благословение, Господь Иисус, в очах Своих. Дабы мы, Господь, получали ответ от Тебя, Господь. Дабы мы сегодня познали Тебя, кто есть Ты, Господь. Дабы мы, Господь, познали, кто мы, Господь, сегодня пред Тобою. Ава Отче, рабаталайтес. Ребито кломен, трибито лайтес, ребито штомен, трибито глория. Ребито рабаталайдес, ребито скимен, тукраман, трибито штомен. Ласка, 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 рабаталайдес. Ава Отче, рабан, трибито штайзен. Ребито кромен, тулайдес. Крамин трибита рабатала ваталайдес, аллилуйя. Ава Отче рабаталайдес, аллилуйя. Ава Отче рабаталайдес, амин, ава Отче. Крама
Ты знаешь, Господь, как запалит этот жертвенник, а вообще. Ты знаешь, Господь, эти жертвенники, у кого они, Господь, сегодня горят. Ты знаешь, Господь, у кого сегодня нету того огня, Рамен Делайтес. Ты знаешь состояние каждой души, Рамен Де Глория. А ты, Господь, сегодня хочешь, дабы мы сегодня стояли на коленях, Роман Дулайдес, дабы мы сегодня умолялись, смирялись и плакали пред тобой, Роман Дулайдес. Господь, убери всякую гордыню, убери всякий надменный дух, Ава Отче, убери всякое, Господь Иисус, возвышение над другим. Убери, Господь, всякое, Господь, сомнение. Арбетала батарамен, ты ребите глория. Крамен, ты ребите лайдес, излей благодать. Излей от Духа Твоего Святого на всякую плоть. Рамен, ты ребите лайдес, дабы нам ликовать. Дабы нам радоваться, Господь, Ава Отче, работа лайдес, в присутствии Твоем, Ава Отче. Рамен, ты ребите лайдес, дай, Господи, эти молитвенные слова. Дай, Господь, дабы наш дух ликовал, Господь, Ава Отче. Ребите, работа лайдес, обид. Амин, Ава Отче, работа лайдес. Рамен, ты ребите, работа лайдес, аллилуйя. Ава Отче, работа лайдес, обид. Ребите, работа лайдес. Арбита кромен, трибит лайдес, аллилуйя. Арбата лабата лайдес, амин. Арбита рамен, трибит лайдес, аллилуйя. Арбита рабата лайдес, амин. Ава отча рамен, ты кромен, ты глория. Благослови, Господь, ава отча рамен, трибит лайдес. Житницы были наполнены, Господь, Ава Отче. Дай эти житницы, дабы были наполнены плодом Твоим, Ава Отче. Ибо Ты, Господь, даешь нам время, Ава Отче. Аллилуйя, Роман, Ты крамин, Ты гломен. Крамин, Ты рибит лайдес. Крамин, Ты рибит рамен, Ты рибит лайдес. Рибит рабат лайдес, аллилуйя. Аллилуйя, сана. Сана рамен, трибит лайдес, ава отче. Аллилуйя, сана рабат лайдес, амин. Амин, ты рамен, ты крамин, ты лайдес, аллилуйя, сана. Сана рабат лайдес, ава отче, рабат гломен. Аллилуйя, сана рабат лайдес, амин. Амин, 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 вера, 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 ава отче. Рабит штамен, ты крамин, ты лайдес. Рабит штамен, ты рабит лайдес, ава отче. Аллилуйя, сана рабат лайдес, излей. Излей, лей, 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 амен, ты ламен, ты рабит лайдес. Рибит рабат лайдес, ава отче. Рибиту краман, ты клабит лайдес. Рабиту скиман, ты рибит лайдес. Рабиту скиман, ты рамен, ты крабат лайдес. Аллилуйя. Ава отче, рабат лайдес, амин. Ава отче, рабат лайдес, амин. Шарабаталайдес, аллилуйя. Раманту глория, аллилуйя. Ава отшарабаты рабиталайдес. Рибиту раманты рабиталайдес, ава отша. Рибиту крабаталайдес. Краминты раманты райдес, ава отша. Рибиту раманты рабиталайдес, ава отша.
Раменты, что менты крови клад. Ле-ле-ле-ле, вот шаламат лагис. Аллилуйя. А вот шарабат лагис. Аллилуйя. Авоч шарабатлайдис авоч, ргиту крабатлайдис саби, ргиту кромен трибитлайдис, ргиту кромен трибитлайдис, кромен тлайдис, аллилуйя, кромен трибитлайдис, авоч дивит Господь, свят Господь, авоч свят Господь. Свят Господь, а вот шарман ты набитлайдес, арбатала бадлайдес, амин. А вот шарман ты рабатлайдес, ле-ле-ле, а вот шаласка неба рабатрибит глорио, арбатала бадлайдес, амин. Аллилуйя. Ава, Отче, ласка, слава, слава Тебе, Господь, Дух Святой, аллилуйя, 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 сана, ассана рабатулайдес, самим, ассана ремен трибитулайдес, ассана ремен трибит рабатулайдес, аллилуйя. Ассана рамен трибит рабата лабата глория. Крабата лабата лайдес, аллилуйя. Аллилуйя, ассана. Ассана рабата лайдес. Ассана рабата лайдес, аллилуйя. Ассана рамен трибит лайдес. Братья и сестры, мне сегодня снился сон, я хотел бы поделиться с вами. Я не знаю, до конца не понимаю, знаете, содержание этого сна, но я видел, как бы, знаете, снится мне под утро сон, что я как бы вижу народ Божий идут с чемоданами. И я вижу, как бы поезд, они садятся в этот поезд и далеко-далеко едут. Я не знаю, что он значит, но пришло такое понимание. Я не видел там людей без чемоданов. Я не видел там людей с пустыми руками. Но они погружаются в тот поезд, не было показано, куда они едут. Я не знаю. Но я, знаете, я хотел бы, чтобы мы сегодня задумались, что ты и я сегодня возьмешь с собою, что ты и я сегодня положишь в тот чемодан, дабы ты и я сегодня услышал голос Божий, когда Бог позовет. Я не знаю куда, но чтобы ты сегодня и я приготовился. Я не знаю, насколько мы, братья и сестры, на том месте. Я не знаю, насколько Бог переселил нас в эту страну. Я не знаю, какое переселение будет у народа. Но вот такой сон. И я хотел бы, чтобы мы сегодня задумались, что ты и я сегодня возьмешь с собою. Мы будем заканчивать молиться. Но если ты ощущаешь в сердце своем, что там пустота, если ты сегодня ощущаешь в сердце своем, Господи, когда ты придешь за церковью своею, когда ты будешь звать избранных своих, буду ли я среди числа тех избранных, которые услышат голос твой? А если нет, ты можешь поднять руку, за тебя помолятся, Бог видит твою руку. Бог видит твое стенание, Бог видит твою пустоту в сердце. Но для Бога важно твое и мое желание, дабы ты сегодня осознал свою нищету пред Ним. Не говорил, я богат сегодня, я разбогател, ни в чем не имею нужды. Но ты сегодня и я осознал, в чем твое и мое сегодня богатство. Мы будем молиться, но если ты сегодня чувствуешь, ты можешь выйти наперед или поднять руку. Мы не каем, знаете, мы не каем грешных людей. Мы не каем самых нечестивых людей. Но Бог сегодня говорит святой, да освящается еще не грешному. Грешному Бог говорит покаяться. А тебе и мне сегодня еще звучит голос Божий. Голос любви, дабы ты и я сегодня, это время нам дано, дабы ты и я сегодня пересмотрел. Что ты сегодня я с собой возьмешь, туда горят ли твои светильники, есть ли там сегодня масло? Я в первую очередь обращаюсь к тебе. Есть ли у нас сегодня масло? Когда придет, когда раздастся этот звук, жених идет. Ты и я сегодня собрал
Может, да, может, ты сегодня уснул, но ты проснешься, и ты приготовил свой светильник, сказать, идти навстречу жениху. Мы будем молиться, поможет тебе и мне Господь, слава Ему. Аллилуйя. Абоча работалай, да самин. Абоча работалай, да Рабита кирбаталаман, трибита работоглобен. Аллилуйя, сала работалай, да сами. Ласка, ласка работалай, да ты, Господи, что дал нам время. Ты дал нам время работалай, да взыскать тебя. Ты дал нам время приблизиться к тебе, Ава Отче. Раменту лайдес, крабита работалай, да. Ава Отче, Асана, Асана Рабатулайдис, Абин, Ава Отче, Рабаталам, Антирибиту Глория, Рабаталайдис, Абин, Ава Отче, Ласка, 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 Ласка Неба, Раменту Глория, Ласка Неба, Раменту Рибиту Глория, Твоя и Господь милость велика над нами. Ласка, Роман, ты рибита глория. Роман, ты лайдес, ты знаешь, Господь, те души. Может, кто-то, Господь, сегодня стесняется поднять руку или выйти наперед. Ты знаешь такого сердца. Ты знаешь такую душу, Господь. Ты знаешь, Господи. От нас, Господь, может, много чего скрыто. От нас скроет человек, но от Тебя не скроет. От Тебя нет ничего сокрытого, Господь. Мы не знаем, но Ты знаешь, Ава Отче. Тайный, Господь, сердца. Ты знаешь боль. Ты знаешь, Господь, у многих, что кто что переходит. То, кто что переживает, Господь. И Ты, Господь, Бог сильный. Ава Отче, ласка неба. Аргиту краманту лайдес. Аргиту штаман трибиту лайдес. Ава Отче. Ава Отче работа лайдес. Амин. Амин, Ава Отче, ласка рабиту глория. Аргиту краманту работа лайдес. Аргиту краманту рибиту лайдес. Аллилуйя. Ава Отче работа лайдес. Ава Отче работалайдес. Ава Отче работалайдес. Амин. Амин ты работалайдес. Аргиту кроматулайдес. Краман ты рибиту работа глория. Краман ты рибиту рамен ты рибиту лайдес. Ава Отче работалайдес. Аллилуйя. Ава Отче ламен ты рибиту штамен. Аллилуйя, Асада Рабатулайдис, Асада Рабатулайдис, Асада Рабатулайдис, Аллилуйя, Аллилуйя, Рабата Штобен, Аллилуйя, жив Господь, Аллилуйя, святое имя Твое святое, Аллилуйя. Аллилуйя Тебе, Господь. Жив Господь. Аллилуйя. Тебе, Господь, слава. Тебе честь, Господь, и поклонение Тебе единому, Господь. Ты, Господь, обитаешь в нерукотворенных храмах. Аллилуйя. Ты, Господь, на этом месте, Ты в сердцах наших. Аллилуйя. И Тебе, Господь, воздаем хвалу. Тебе, Господь, воздаем честь. Ибо Ты, Господь, достоин чести, хвалы, славы и поклонения, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Thank you.
Давайте еще раз скажем «Слава Господу!» Мы уже чули дуже багато слова, дуже багато проповідувалося, говорилося. І дійсно воно так є. Господь, Він дуже добрий до нас. Він говорить набагато вперед. Він говорить до нашого серця. Коли так розсуждаєш, то дійсно Господь і проговорює до нас. Якщо говорить за жертвенники, за те, що нам потрібно щось обновлятися в житті нашій, значить воно і надо сьогодні в житті нашій. Бо є такі люди, як апостол Павло каже, до вже к стиду вашому хочу сказати, що некоторі з вас вони не знають Господа. І я теж не раз так задумався, о, багато бачив християн, навіть у Бозі, які знають Господа, які труються для Господа, але дивишся на їхнє життя, і вона увірно говорить, ти не знаєш Господа. Чому так? Чому так відбувається або буває в житті нашій? Один мені брат говорить, каже, Павло, я ні разу тебе не бачив в Дантауні, що ти проповідуєш. Я кажу, правильно, я там ні разу бомжав не проповідував в Дантауні. Ну ти мене в другому місці не бачиш. А я бачу твою сім'ю, і бачу твоїх дітей і жінку, ту, яку вони плачуть, і твої діти не знають Господа. А це твоя проблема, ти не знаєш Господа. Ти можеш проповідувати в Дантауні, але якщо твої діти не віруючі, не знаєш ти Господа. Да, це обідно, можливо, коли так тяжко говорити. Буває такі в житті наші пробіли, бувають. Але коли ми дивимося на життя батьків наших, на життя от дідів наших, як вони досягали Писання, як вони досягали Господа, то їхнє воно життя відрізнялося від цих людей. І апостол Павло про це говорить, я собі читаю, чи місце Писання, я собі задумаюся, а дійсно ли так буває в житті нашій? Писання пише, Бог говорить через пророка Ісаю, 62 розділ, читає 6 стих, 1 стих, Ісая 62, 6. На стенах твоїх, Єрусалим, я поставив сторожей, котрі не будуть умовкати ні днем, ні ночью. О, ви, напоминаючи о Господі, не умовкайте. Бог говорить через пророка Ісаї, каже такі слова, на стінах твоїх, Єрусалим, я поставив сторожей. Для чого, каже, котрі не будуть умовкати ні днем, ні ночью. Є спомина, буває такі, житті, коли Господь ставить сторожей. Не люди ставлять, не хто-то інший, Господь ставить. І тут каже Господь, що я, Єрусалим, для тебе поставив сторожей. І ці сторожа, яких я поставив, вони не будуть умовкати ні днем, і ні ночью. А я собі задумуюся, може ли таке бути, коли Господь ставить сторожей, щоб вони не умовкали, а ті сторожа, вони мовчать. Може таке бути? І коли ми читаємо Писання, то може таке бути. Господь ставить сторожей, щоб вони не умовкали, говорили, але вони мовчать по деяких причинах. І в тих причинах, що вони мовчать, дає Господь пораження для них.
Було время за часів Ілія, коли Ілій був священник, Господь його поставив на служіння, щоб він служив Господу. І там в храмі для людей, люди могли приходити в храм, вони мали получати відповідь від Господа. І Ілій служив. В то время пророцтво не було воно часте. Видіння воно було рідко в ті дні. Але прийшло время, коли там написано в храмі був Самоїл, який служив Господу при Ілії. І в це время він служив Господу, і Господь до нього говорив деякі слова, не до Ілія говорив. Але каже, коли ти почуєш оці слова, то в Ілія воно задзвонить в ухах його. Він це не буде хоч сприймати, бо каже, те, що я дав тобі, ти мав владу, ти мав слово, но ти не обуздав синовей своїх, ти не говорив їм. Але Бог говорить через Ісаю, каже, я поставив сторожей, щоб вони говорили, не умовкали ні днем і ні ночі. І часто Писання нам описує в Новому Завіті. Напоминаю вас або нагадую вам, щоб вам возбудити чистий смисл. Для чого це все робиться? Коли ми говоримо, повторяємо, воно дає нам чистий смисл. І ми знаємо, що це Господь говорить. Воно обновляється в нашій пам'яті. Ми обновляємося в Слові Божому. І це Слово веде нас до Господа, до Ісуса Христа, бо Він є Слово, Він начальник Слова. І ми читаємо це Боже Слово, коли Ілія, він не обуздав синовей своїх, він не обуздав, жив для Господа, но де-то, ну, пройшло таке время, що він де-то опустив це время, де-то не говорив, не нагадував, було время, міг би сказати, сину, неправильно, нагадую, не робіть цього чи інше. І було б все, може, по-другому, но пропускав то добре время, пропускав цей час, який Господь його хотів, щоб він говорив днем і ночю. Але прийшло время, яке Господь каже вже нам сьогодні, о ви, які напоминаєте у Господі, не змовкайте або не умовкайте, не змовкайте. Ми сьогодні, як віруючі люди, які напоминаємо у Господі сьогодні, щоб ми не умовкали ні днем і ночю, не тільки в собранні, не тільки, коли ми сьогодні в собранні можемо одні бути, но вийдемо після собрання. Сьогодні люди переодіваються, ця жінка Єрилама, вона прийшла туди і каже, зачем ти переоділася? Прийшла до Господа. Люди сьогодні приходять в дім Божий, вони по одному виглядять, но поза дом молитви вони зовсім по-другому. Я з одними з людьми зустрічався і каже, я йду в те собрання, тому що ну, там дуже прекрасні люди. Ну, я кажу, ти задумайся, зустрінь тих людей в вигляді, і ти передумаєш ходити в це собрання. Буває і таке, брати і сестри. Коли ми дивимося на людей по зовнішці, ми часто падаємо. Ми дивимося на Ісуса, звершителя віри. Оце нам примір. І ми повинні дивитися в своє серце, в якому я сьогодні. Якщо Господь поставив мене як священника в домі, чи я говорю, чи я напоминаю днем і ночі, чи я сам не змовкаю, чи сьогодні я дивлюся на цей світ розвращений, який сьогодні люди кажуть, а я знаю, а мені дозволено, а я Євангеліє перевірив, дослідив, і я розумію, що так можна робити. Але вони не знають Господа істини, вони свій слух відвернули від істини Божої, але йдуть по басням те, що їх научили. Але Писання каже, Христос, Бог говорить через пророка Ісаю, ви, які знаєте Господа, не замовкайте. Не замовкайте, ми часто скажемо, а хто я такий? Нехай служитель говорить або щось інше. Але сьогодні стоїть вопрос, я, мене Господь поставив в домі своєму, чи я говорю там, чи я змовкаю, чи ні. Бог одного разу говорить до Єремії, пророка Божого, каже, я поставив тебе, я вибрав тебе, і ще з утроби матері своєї, щоб ти говорив слово моє. І Господь поставив його, вибрав його, молодого Єремію, пророка, на пророчесо служіння. І було таке время, що Єремія, він боявся говорити слово Господнє. Але Господь каже, Єремія, я ж поставив і вибрав тебе, но ти не малодушествуй. Бо є таке время в людині, коли людина може малодушествувати, або не говорити волю Божу, яку Господь посилає. І часто Господь ставить, і Господь дає слово, но людина не говорить. І Господь каже, ну ти, Єремія, бодрість,
благослови і пильнуй, щоб через те, що ти будеш, коли малодушився, я поражу тебе. А каже, що ти говори людям? Люди, народ мій, каже, вони відійшли від мене, вони усуетилися, вони пішли в той направлінь, яке я не хочу, щоб вони йшли. Вони викопали водойоми собі, які води не держуть. Вони приходять, можливо, в собрання, у всьому наповнилось благодаті Божі, все прекрасно. Ну, вийшли з собрання, завтра вони вже пусті. Немає благодаті Божі, немає сили Божі. І так шукають цієї молитви, і так хочуть помолитися. Ну, чого ж можна 5 минут помолитися і наповнитися? Ну, для деяких людей 5 минут це мало, надо сила, надо довга молитва, не довгі молитви, брати і сестри, ну, сила молитви. Оце саме важливо. Мені нагадується, коли я приїхав сюди, ще в Америку, то мені нагадують, коли з брат Андрій, він сюди так говорив, каже, ви стараємося молитися, щоб сила була, стараємося наповнятися в дусі своєму. І дійсно воно таке, коли ти молишся в дух свій, воно дійсно переображає самого себе. Ти розумієш, що сила не просто в крики, не в силі, не в крики Господь, не в шумі Господь, а Господь в тихій війні вітру, коли ти відчуваєш в серці своєму, що є Господь мені. І мені не важливо, що мені кажуть, що там Господь, чи там хороша молитва. А я знаю, що на всякому місці, де я тільки буду, з народом Божим, Господь зі мною. Мені його не треба шукати по різних собраннях. Господь зі мною. Алілуя нашому Господу. Люди сьогодні міняються, шукають Господа. Там лучше, там краще. Саме лучше місце у ног Ісуса Христа. Знайди самого себе, на якому ти місці. Остановися на путях своїх. Перестань шукати самого себе. Знайди Господа. Не там Господь, не там ти, можливо, там ти, де ти знайдеш Ісуса Христа. Ти розумієш, що є Господь, коли Господь ставить тебе, то ти служи для Нього з іскрим серцем. Побачиш благодать Божу, побачиш силу Господню. Апостол Павло, він пише такі слова, читає послання апостола Павла до Коринтян. 15 розділ, 1 стих. Напоминаю вам, браття, Євангеліє, яке я благовествовав вам, яке ви і прийняли, в котором і утвердились, котором і спасаєтесь, єсі преподано, преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нещетно уверовали. Ибо я первоначально проповедал, преподал вам, что и сам принял, что есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев, одно время из которых большая часть до нині в живих, а некоторі і почили. Отаке писання апостол Павло каже, напоминаю вам, браті, Євангеліє Божє, в котором ви утвердились і котрий ви прийняли через моє благословення, те, що я вам проповідував. Часто люди, які знають Господа, які вже утвердилися, але треба напоминати. Для чого? Як я вже говорив, щоб возбудити чистий смисл. Як люди, апостол Павло пише, що є люди, які перекручують Євангеліє, прибігають хитростям, вони ізвергають Писання. Я так понімаю, я так розумію. Але, брати і сестри, Христос говорить, що Він помер по Писанню. Він так сам за себе учить. І апостол Павло каже, я прийняв це Євангеліє. І я вам це Євангеліє даю і говорю вам те, що сам я прийняв і вам говорю, що Ісус Христос, Він помер по Писанню, прийшов по Писанню, Він жив по Писанню, все життя було Його по Писанню, і не так просто. Він являвся братям, він являвся ученикам. Це було не одна, не дві душі. Це було близько 500 братів він являвся, утверждав їхню віру, утверждав те, що вони понімали, що є Господь. Те, що я вам говорив, те, що я вас учив, це не просто так. І ви це, коли я вас поставив на це служіння, ти довжен іти в цьому служінні. Я до апостола Петра, будучи учеником Христа, каже,
каже Петер, ти камінь, і на тобі я побудую церкву, і врата пекельні не здолають її. Каже Петер, він сумнівався, да, но він в тому понімав, що є Господь, як він сильно любить його. І Христос каже, Петер, любиш ти мене? Люблю, Господь, ти знаєш все, як я сильно люблю тебе. Да, Господь сказав, для Петра я поставив, я на тобі побудую церкву, но від Петра зависло, чи ти мені в цьому, чи не ти мені в цьому, чи нести це Євангеліє, чи не нести це Євангеліє. Ну, коли він согласився з тим, з Божим Словом, то він це Євангеліє ніс не просто, як собі хотілося, але він ніс так, як прийняв від Ісуса Христа. Він не перевертав Євангеліє. Апостол Павло каже, я, якби самий найменший з апостолів, я себе вважаю ізвергом, я ніщо, бо я гонив церкву, прибуло таке время, я понімав, що так правильно, як сьогодні люди кажуть, я понімаю, то немає ніяких проблем, все нормально. Але, брати і сестри, коли ти пізнаєш Господа, як апостол Павло признав його, побачив його лично, то він каже, я від самого Господа прийняв, що й вам передаю. І я прошу вас, напоминаю вам, браття, не перекручуйте Євангеліє, живіть згідно Євангелієм, бо я хочу вам сказати, що некоторі з вас, вони не знають Господа, а по якій причині? Вони обманюються, вони не живуть не по Писанню, вони питають, каже, вони знаходять тих людей, які розвращають добрі нрави, вони знаходять тих, які усуєтилися в житті своєму, і Діма скаже, остави мене, він полюбив нинішній вік, і оставляють Господа. Но є время, коли Господь ставить на служіння, стає нам працею, нам треба служити Господу, нам треба не перекручувати Євангеліє, а жити по Євангелії. Хай нам поможе Господь, браті і сестри, що ми жили згідно з Христовою Євангелією. Бо Христос, Павло пише, що Христос знову прийде на землю. Сам Христос каже про це. Іоанн Богослов, який знав теж Господа, Господь на його поставив на служіння. Він каже, я знаю, що прийде це время. Він ожидав Господа, він сам лічно бачив Господа. Він бачив, він пав на свої коліна низько перед Ісусом Христом. Але, брати і сестри, як важно, як я сьогодні зустрічаю Ісуса Христа, як я жду Його сьогодні, чи я сьогодні можу сказати так утверджено, як сказав апостол Павло, що я біг свій закінчив, а моя віра, вона збережена, я її не перевернув, я сьогодні не звратив Писання, я сьогодні не оставляю людей, що так можна, а яка різниця, як одіватися, велика є різниця, коли ми зустрінемося на престолі, і ти, можливо, останешся на землі, отоді будеш разницю. Господь прийде время, покаже разницю між вірними людьми і невірними. Сьогодні ти не бачиш ту разницю. Живи, як хочеш. Шукай учителів, шукай собі проповідників, шукай пастирів різні церкви. Но знай, що є Писання, яке тебе учить правильно жити. Кожний служитель, кожний, можливо, вже учитель, учить по-своєму. Но є Євангеліє, є чисте слово, яке воно буде судити нас, брати і сестри. О, якби хотілося, щоб це слово, яке ми прийняли і живемо по ньому, щоб ми це слово сказали, війди в радість Господіна мого, війди, благословений, війди, а не скаже нам, коли ми зустрінемося, війди, уйди від мене прокляті, які всі чинили беззаконня. А я, Господи, я ж робив те, для тебе робив, я ходив в собрання, а чого ти так робиш? А ти не знав мене, ти не любив мене, ти говорив і те, що не треба було, ти робив. Хай поможе в цьому Господь, бережімо самих себе, бо це, що те, що ми когось бачимо, це одне, шукаємо найперше Царства Божого і правди Його, а все інше це нам приложиться. Тому хай нам поможе Господь служити Господу постійно, без перестанку молитися, як ми чули, Руслан же говорив за свою дружину. Сьогодні теж мені приходилася одна сім'я, дзвонила, і говорила, каже, сім'я з Германії, фамілія Цан. Їхня мама сильно в госпіталі, вона больна. Проблема з почкою. Неї там зробили операцію, зараз знайшли інфекцію в серці. Вона сильно переживає, сім'я вся молиться. Але через, вчора ще дочка, яка беременна 7 місяців, вони теж так подзвонили, каже,
каже, помоліться, заяви тільки в собранні. 7 місяців дитинка завмерла і померла в утробі в її. І каже, врачі не хочуть визивати роди, сказали, 2 дні носи, а потім ми визимо роди, щоб ти мертве родила. Отак буває, і будуть колоти інфену ліки, щоб не зараження крові не пройшло. Мама в реанімації, і ще й дочки таке, батько не знає, сім'я велика, теж таке різні розчарування. Часто думаєш, Господи, а чого так буває? Господи, чому так ти посилаєш такі вузькі дороги в житті наші? О, ви напоминаєте, що, Господі, не умовкайте ні днем, ні ночі. Я вас поставив, каже, щоб ви не умовкали. Якщо ця молитва, зараз будемо помолимося, хай Господь благословить це собрання, ще помолимося за нужди, ще буде, ще брат Міша буде молитися. Але ми в цій молитві давайте скажемо, Господи, поможи нам, коли ти нас ставиш на якесь певне положення, щоб я не умовчав, щоб я не умовчав ні днем, ні ночі. Господи, щоб мої діти разом зі мною були в собранні, щоб мої діти разом зі мною були в небі. Я хочу бачити їх разом зі мною. Поможи, Господи, в цьому. Хай ім'я Його прославиться. Амінь. Помолимося. Алфа, Отче, скитала мама, лама, на крайзі. Арбіту лемене глорія парамен. Зіміто лемене діс парабарабарамен. Керту ліби дески то лемене 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 Господи, велика Твоя милость, велика Твоя забота, Господи. І Ти сьогодні з нами, алілуя, в цьому собранні Ти благословляєш, алілуя. Ти наповняєш Святим Духом Своїм, алілуя. Ти говориш до нашого серця, алілуя. Поможи, Господи, кожному із нас не мовчати сьогодні, щоб наші уста не мовкали, Господи, на ми би говорили кожного часу. Алілуя! Алілуя! На кожному місці, що Ти є, Господь. Амінь! Ребіта кенту рібі декламен. Алілуя, Господи, нехай забота Твоя велика наповняє нас, алілуя, обгортає нас, алілуя. В ім'я Ісуса Христа я прошу Тебе, Господи, за всі милості, за це служіння ми дякуємо Тебе. І нехай во всьому будеш Ти благословений і прославлений, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим,
не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Господу, братья и сестры! Я думаю, что сегодня каждый может сказать, что Бог давал пищу каждому сердцу. Каждого Бог сегодня питал. Я так понимаю, потому что Бог меня питал тоже. И мы принимали от Бога. Но знаете, есть две категории людей. Даже в церкви есть две категории людей. Это люди, которые дают все время, и есть люди, которые все время только потребляют. Их называют по-американски consumers. Все время потребляют, потребляют. Давайте мы будем теми людьми, которые и потребляют, и отдают. И дают Господу. И будем как тот самарянин, который прибежал к Христу, поклонился и прославил Бога за то, что Он его исцелил. Аминь. Может, у кого-то есть нужды, давайте скажем, нужды, мы будем молиться за нужды. За дочку. За дочку. За наш дом, пожалуйста. Помолиться за мою внучку Киану, она попросила, просила, чтобы за ней помолиться, чтобы он исцелил. Хорошо. Также за ту семью, там, и мама Эльвира, и меньшая дочь, которая сам простилась в лекарне, будет через два дня еще вызывать роды. Господь укрепил, дал ей исцеление для мамы, если возможно, от Господа. А так само и переживает семья, чтобы мама оставалась жива, какая-то дитинка. Она сильно переживает, потому что она понимает, что уже дитинка мертва, а еще на два дня носит, да и родит мертву. И она эмоционально сильно расстроена, чтобы Господь укрепил ее физичную духовку. Да, будем молиться. Иногда мы не понимаем, почему... Люда, да, тебя тоже нужно молиться. Иногда мы не понимаем, почему постигает скорби христианина, но написано, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное, да? И Писание говорит, что много скорбей у праведного. Но ответ такой, и от всех их избавит его Господь. А вы знаете, что у нечестивого тоже много скорбей? И здесь написано так, много скорбей нечестивому. А уповающего на Господа окружает милость. А да разница такая, что любящему Бога и призванному по Его изволению все содействует ко благу. И даже скорби, которые для нас бывают непонятными, они содействуют к нашему благу. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Господь милосердный, мы славим Тебя, превозносим Тебя. Аллилуйя, благодарим Тебя за это служение, Господи, которым Ты сегодня питал нас обильно, Господь, небесным хлебом, живой водой, Господи. Ты напоял нас из источников Твоих, Господь, из скалы Твоей источал воду. Аллилуйя, слава Тебе, храмина Альфа, на величие дегре. И мы сегодня благодарим Тебя. Мы принимали от Тебя, Господи, а теперь отдаем Тебе благодарность, Господь. Аллилуйя, слава Тебе. Армине кермалай дешейсия кровайде, керамайде чадала величия ди глосе, равайде прейзе величения. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Но иногда нас постигают скорби, Господи, и мы, Господь, иногда не понимаем, Боже, но мы знаем, что без воли Твоей ничего не может быть в нашей жизни. Господи, мы благодарим Тебя, что воля Твоя исполняется в жизни нашей. Рамины кермалай дечаде, и все содействует ко благу. Рамины прейзия кровай денчаде ла величия. Ава отче дух ремейне зольде, гломитай
Испания приведет Иисус. Я прошу Тебя, Господь, Боже, я призываю Твою милость, Твою благодать. Твоя милость окружает тех, которые уповают на имя Твое, Господь. Кромене скемен грейса величения. Благослови, Господь. Ты видел и слышал прежде наше прошение. Все эти нужды и переживания, Господи, Ты сегодня вникаешь в сердца наши, вникаешь в нужды наши. Ты, Боже милосердный, окружаешь нас Твоей милостью. И мы просим Тебя, благослови, Господь, благослови каждого, кто изъявлял эти нужды, Боже, и покрой Твоей милостью, как дождем благодати излей. Керманай туштайся, ранами Твоими мы исцелились, Господи. Благодарим Тебя, превозносим Тебя. Твоя кровь текла из ран для исцеления нашего, для спасения нашего, для освобождения нашего, для прощения грехов и для искупления. Аллилуйя, слава Тебе! И мы весьма благодарны за это время короткое, которое Ты даровал нам. Слава Тебе, Спаситель наш, великий вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Божьих всем благословений, братья и сестры.